На прошлой неделе посмотрел график работы на эту неделю, да, так. И понял, что 29 числа выхожу на работу в понедельник, а 29 число – это у нас та-дам! Финальная точка, да, да, соответственно, да. Некая ответственность, понимаешь, ложится на всех тех, кто в эфире, но… Да. На нас нет никакой ответственности, отчасти есть, потому что не мы ведущие выбирали, а весь коллектив у нашей программы, да, выбирал, кому же отдать подарочный сертификат, о котором мы говорили последний месяц, на базу отдыха, за самый необычный, креативный, да, подход к этому, значит, мероприятию. Мероприятие, как вы понимаете, чудесное, да, во-первых, мы уже показали вам, что выигрыш составляет, да, это вот этот самый сертификат. На сумму 25 тысяч рублей на Манскую петлю. Именно туда можно съездить тому, кто сейчас станет победителем. Хочется какую-то музыку более помпезную, я не знаю, но тут надо побольше. Барабанная дробь будет долго звучать, потому что мы сейчас пробежимся по вашим фотографиям. У нас был организован специальный фотоальбом, куда вы присылали все, что связано с телекомпанией. Это кружки, полотенца, компакт-диски, большое количество зонтиков. Даже да, значит, тарелка была, тарелка. Вспомни. Конечно же. Даже алкотестер. Многие из вас делились фотографиями, сделанные в разное время с разными ведущими. Да, даже есть фотографии из супер-супер старой студии, одной из самых первых, да, это все прекрасно. Но мы пришли к выводу, что победитель у нас, естественно, должен быть один. Да. И, наверное, с самым большим багажом. Фанатом, я бы даже сказала, нашим. Фанатом, да, нашим, у которого дома хранится, может быть, не часто используется, может быть, и вообще не используется, да, все, что связано с нашей телекомпанией. Поэтому я предлагаю, коллеги, победителям сделать хозяйку вот этой фотографии, где собрано, ну, самое большое количество разной сувенирной продукции. Это и сумка, и халаты, и полотенца, и компакт-диски, и зонт есть, есть у нас рецепты, подписанные, значит, Тамарой Васильевой. Такое ощущение, что это она эти рецепты сама придумала, в эту книжку, значит, организованно собрала. Как думаете? Я очень даже за. Мы изначально, когда этот конкурс объявляли, говорили, ТВК в вашем доме. Вот это название, оно действительно в этой фотографии максимально отражено. И в том сообщении, которое тоже пришло вместе с вот этой коллекцией, пишет нам человек, что ТВК в нашем доме везде. Везде, понимаете? И это видно, что везде. Да. И видно, что долгие годы все это происходит. Это любовь не проходит, что приятно. Да, есть такой вот комментарий к этой фотографии, да, не просто выложенная фотография, собранная, да, но там и признание в любви, огромное количество подарков от конкурсов, передаренные по наследству племянникам, а кое-что бережно хранимое. То есть мы так понимаем, Алена, мама, да, то есть у вас было еще больше, да, но ввиду малого свободного места, да, вы передаривали, отдавали. Поэтому заслуженно получаете подарочный сертификат от нас по случаю дня рождения очередного телекомпании. Наши редакторы с вами свяжутся, отдадут, подарят, презентуют. Вы насладитесь этим отдыхом. Всем большое спасибо за участие. Нам действительно было эти дни приятно получать от вас фотографии, смотреть, что хранится любезно в вашей квартире, в вашем доме. Будем надеяться на продолжение подобных конкурсов. Конечно, ну, а чего впереди нет? Тридцатник. Что-нибудь придумаем еще. Продолжим эфир.